Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем, новости наши стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем, новости наши стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Оказалось, что железо в ней не грамма. Брекзит для Терезы Мэй — личная драма. Консервативная дама покидает пост. Справиться с парламентом ей не удалось. Не сдержала слез в своей прощальной речи. У премьер-министра опустились плечи. Даже однопартийцы отвернулись от нее. Парламент и премьер остались каждый при своем. Великобританию штормит уже 3 года. Сказав союзу нет, она не спешит с уходом. Теперь уже сомнения мучают британцев. А нужно ли вообще с Европой расставаться? Вторая после Маргарет не справилась с задачей. Теперь к ней даже у своих доверие утрачено. Кто же выйдет победителем во всей этой истории? Имя нового премьера должны назвать Тори. Люди из аулов уезжают в города. Этот процесс необратим, так было всегда. И пока мы тащим в города свои баулы, постепенно умирают без людей аулы. Опустеют в деревнях бабушкины домики. Статистику озвучили в Минэкономике. Больше сотни сел исчезнут с нашей карты. Там некому учить, там опустели парты. Особенно стремительно у нас пустеет север. Там пахотные земли, некому засеять. Дети целинников спешно пакуют чемоданы, уезжают в города и другие страны. Никто не знает, как решить эту проблему. Урбанизация ломает прежнюю систему. Оставаться на селе желание немногих. Город-вампир, он тянет из деревень все соки. Победителей не судят, но явно не в этот раз. Скандал на первом каждого из нас потряс. Скандал такой, что не смогли его держать в секрете. Что-то пошло не так на проекте «Голос дети». Победа дочери Алсу для всех была сюрпризом. Все говорили о том, что что-то тут нечисто. Правду не удержать, как и в бутылке джина. Эту победу Микела вряд ли заслужила. Накрутка голосов произошла в финале. На канале первом этот факт признали. И к великой радости маленьких артистов, победителями стали все 9 финалистов. Но отдельно обозначен был только один. Победителем проекта становится Ержан Максим. Теперь все справедливо, это другое дело. Но почему на сцене не было Микелы? Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем, новости наши стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем, новости наши стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя.